Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал Sparrow Channel. Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как нагрев PlayStation и насколько сильно она шумит. Я сделаю замеры на холодную, потом я поиграю часа 2-2,5 в игру и так же само сделаю замер на горячую. Вот. Ну и также вставлю в привод диск и сделаю замер, насколько шумный привод. Давайте по порядку. Сначала я расскажу, насколько сильно она греется у меня или не греется. Дальше я сделаю замеры по поводу шума, то есть на холодную запущу, погоняю где-то часа 2-3 в какую-то игру и также сделаю замер, насколько раскручивается сильно кулер. И потом еще вставлю диск в привод и сделаю замер, насколько шумный привод. И в конце отвечу на такие вопросы, трещит ли у меня плойка или не трещит. Вот пластик там издает какие-то звуки, блок питания и тому подобное. Потому что в комментариях писали и спрашивали, есть ли у меня такие моменты. Что касается температуры, нагрева и вообще системы охлаждения в целом, то я скажу так, что у меня не было каких-то замечаний, ну, то есть моментов. Я вот играл максимум где-то 5,5 часов в одну игру, гонял ее, и на ощупь скажу, что там градусов 40-45, не более. И в промежутке этого времени, ну, кулер включался, я не знаю, раза 3. Вот, раскручивался там на секунд 30-60, может, и все. То есть, по поводу температуры, ну, как бы я не могу вам продемонстрировать, то есть, у меня нет каких-то профессиональных определенных приборов, чтобы замерить температуру и показать. Но, думаю, кто задается этим вопросом, то он уже на YouTube посмотрел видео и сделал для себя вывод. Но, в целом, лично мое мнение таково, что она, ну, как бы не особо греется по сравнению с той же четвертой, либо четвертой Pro. Она не печка, это, ну, 100% я вам могу сказать, так как я думаю, что Sony поработали над своими ошибками и улучшили систему охлаждения, вот, и здесь все на порядок выше. Что касается, трещит ли она у меня, когда я, допустим, поиграл в нее, и она охлаждается, нет, у меня такого ничего нет на протяжении вот больше месяца, таких моментов не было замечено. Напишите, как у вас обстоят дела с этим, может, это какие-то единичные случаи, так как мне парень написал в комментариях, что вот она у него там трещит, прямо издает звуки, как попкорн. Но он там играет, во что он играет, я не помню, но в какую-то игру от PlayStation 5. Вот, я на данный момент играю в основном в игры от PlayStation 4, возможно, они не такие требовательные и не так нагружают железо, но, и опять же, как я уже говорил, максимум где-то я 5,5 часов садился, играл вот в одну игру, это God of War 2018 года и одни из нас, и никаких моментов не было, и на ощупь, опять же, говорю, она слегка теплая, воздух слегка теплый, как бы шел от нее, и все. Ребят, напишите в комментариях, как у вас обстоят дела по поводу нагрева, сильно ли она у вас греется, и есть ли какие-то моменты вот по поводу какого-то треска, шумит ли она, издает какие-то звуки, вот даже когда вы поиграли и выключили консоль, издает ли она какой-то треск. Мне прям вот интересно, это как бы единичные случаи или действительно есть такие моменты. Так что жду, спасибо. Ребят, что касается шумная PlayStation или нет, то скажу нет. От слова совсем. Особенно это относится для digital версии, как по мне. Вот с приводом, да, сам привод, он, ну, издает как бы шум и громче кулера. Кулер нет, кулер вообще как бы, он там включается в промежутке, я не знаю, раз в час, может раз в полтора, на секунд 30-60, и вы его, в принципе, не услышите. А вот что касается именно привода, когда вы вставляете диск, либо когда игра немножко подгружается с привода, да, ну, он будет пошумнее, нежели сам кулер. Вот. И, кстати, такой момент, не знаю, почему именно так происходит, но когда вы вставляете игру с диска, то игра скачивается с интернета, а не устанавливается с диска. Вот для меня это вообще непонятно, почему именно сделали так.
и приходится как бы ждать, пока вот игра скачается с интернета. Вот, непонятно. Это, кстати, я могу отнести к предыдущему видео, где плюсы и минусы, и вот этот пункт я отнесу к минусу, а пункт, где я не мог удалить игру с главного экрана, никак не мог найти, надо было мне лезть в настройки и прямо оттуда с SSD-шки удалять, но парень в комментариях написал, что можно типа нажать на иконку, ну, и нажать кнопку Option, и игра типа удаляется, за что ему огромное спасибо. Я все кнопки перенажимал, но кроме Option, блин, это вообще такой тупизм с моей стороны. Так что по поводу, допустим, удаления игры у меня нет теперь этого минуса, и я могу добавить в этот пункт, это установка игры, что когда вы устанавливаете, хотите поиграть в игру с диска, она будет скачиваться с интернета, а не сразу с диска устанавливаться. Вот этого я не понимаю, почему именно так. Так, давайте теперь я продемонстрирую, насколько шумная консоль или не шумная, то есть каждый решит для себя. Сейчас мы замеряем шум. Так, консоль у нас в состоянии покоя. Вот. Так, все, я выставил на паузе. Так, чтобы вам было видно. Сейчас я сделаю минутку молчания. Включаем. Ребят, я поиграл часа 2-2.20, освободил второго дракона и разбил молот Тора. Это для тех, может, кому интересно. В общем, все нашел, кроме третьего ворона. Блин, не могу никак его найти, отняло уже кучу времени. Вот, если вы знаете, где он находится, напишите в комментариях, буду признателен. А сейчас сделаю замер на горячую, вот, насколько она шумит на горячую, и продемонстрирую вам. Сейчас я переведу консоль в режим покоя и сразу же хочу включить ее и сделать замер, насколько шумная она на горячую, насколько сильно раскручивается кулер, чтобы вы для себя понимали и сделали какой-то вывод. Сейчас я еще хочу запустить игру с диска и сделать замер, чтобы вы послушали и сделали какой-то для себя вывод, приняли, возможно, решение, ну и послушали, насколько он шумный, критично для вас или нет. Надеюсь, что Sony с какими-то обновлениями все-таки это пофиксит и сделают его более тише. Но мне бы хотелось.
Ну и в конце видео я хотел бы еще сказать пару слов по поводу то, что трещит там блок, и есть ли какие-то моменты в этом плане, когда, допустим, выключаешь консоль и остывает пластик, и он трещит. Лично у меня таких моментов нет, за чуть больше месяца использования ничего такого не было замечено. Также по поводу там подставки, нагревается она или не нагревается, как я говорил, особо у меня она не греется, и ничего, как бы я не замечал, ничего в данный момент меня не раздражает. Но, как говорится, время покажет, посмотрим, что там будет дальше. Если у вас такие моменты происходят, может, стоит обратиться в сервисный центр, что как бы скажет Sony, и, может, это единичные случаи, я не знаю. Если это единичный случай, то это, скорее всего, гарантийный случай, как по мне, не знаю. Но лично у меня таких моментов нет. Спасибо за просмотр. Такое вот получилось видео. Надеюсь, оно было полезным и информативным для тебя. Я постарался ответить на такие вопросы, насколько шумная консоль, сильно ли она греется, и также насколько шумный привод, есть ли какие-то моменты по пластику, трещит, что-то там внутри не трещит, издает ли какие-то звуки, блок питания и тому подобное. Вот. Поддержи мой канал, пожалуйста, пальцем вверх, подпишись на меня, буду очень тебе благодарен, помоги мне дойти до 3000 подписчиков. Для тебя это пустяк, а для меня это большая мотивация развиваться, делать лучший контент. Кстати, 85% просматриваемых моих роликов — это не подписанные люди на мой канал, так что давай исправим этот момент, начни с себя, подпишись. Спасибо тебе за просмотр и напиши в комментариях, какое бы ты хотел следующее видео видеть по поводу PlayStation 5. Все, береги себя, до новых встреч, увидимся в интернете. Мира, добра, peace!